доброго времени суток! Я приветствую вас на канале от Татьяны с любовью. Сегодня мы с вами будем готовить скумбрию филе. Будем его обжаривать, и я вам подам с очень вкусным соусом. Поехали! Ну, для того, чтобы приготовить такую рыбку, у меня, видите, вот скумбрия. Будем мы готовить одно филе, нам нужно. Скумбрия вообще универсальная рыба. Во-первых, она очень вкусная. Во-вторых, вот во многих странах подают макрель. А это та же самая скумбрия из этого же семейства. Я займу немножко вашего времени, потому что нас смотрят не только опытные хозяюшки, но и молодые хозяйки, которые не знают, с какой стороны приступить к рыбе и что с ней делать. Я покажу, как сделать филе. Во-первых, нужен нож. Неважно, будет нож длинный, будет короткий. Главное, чтобы он был тонкий и острый. Если рыба не очень большая, как у меня, вполне пойдет и такой нож. И такой нож. Я тем и тем покажу, как она работает. Ну вот, пожалуй, значит, все. Приступим. Во-первых, вот под плавником. Вот так вот берем. И вот это вот место вот так вот отсекаем голову. Все, ее убираем. Теперь берем, немножко уберем хвост. Вот так. Теперь вскрываем. Значит, и вычищаем кишки. Вот так вот убираем. Очень мне нравятся вот эти одноразовые полотенчики. Раз и все. И убрал. И опять все чисто на столе. Так, сейчас берем вдоль хребта, вот так вот проводим нашим острым ножом до кости разрез. Вот так. Вот так разрезали. Теперь берем рыбку. И вот этот хребет мы там оставляем, а введем вдоль хребта. Вот так прижимаем и ведем. Вы прям будете чувствовать. Оп! Вот так, одна филешечка у нас готова. Сейчас берем, точно так же подрезаем с этой стороны хребта. Вот так вот. И опять прижимая, вот так, ведем. Аккуратно будьте, вот так. Пусть на хребте осталось мясо, но зато у вас будет полноценная хорошая филешечка. Видите, она все чистенько. Большие косточки, если где-то остались, они легко убираются. Вот таким вот образом. Вот. Значит, и сейчас мы ее подрежем. Вот это нам надо убрать, брюшко. То есть мы должны сделать красивую филешечку. Вот так вот ее раз и убираем. Кошечкам там, собачкам можете сварить. И точно так же, видите, вот тут вот плавнички. Вот это нам не нужно. Убрали. Перевернули филешку. И зацепляем сейчас с вами шкурку. С любого конца, с какого зацепится. Вот так вот держим. И вот так вот ее ведем. Вам видно хорошо? Опа! Все, шкурка снята. И вот, пожалуйста, филе скумбрии вот в таком прекрасном виде у нас готово. Перекладываем на чистую тарелочку. Вот сюда. Вот такие у нас 4 филешечки получилось. Сейчас я их посолю, поперчу, и мы будем их жарить. Я вам просто хочу показать, как зажарить такое филе. Такое филе рыбки, чтобы она была без кожи и не развалилась. Сейчас мы посолим. Можно с одной стороны. Сейчас пока готовим сковородку, то есть все, она пропитается. Обычно я вот так рыбу солю. То есть вот как салат солите. Раз посолили и еще раз точно так же. Раз посолили, тогда норма будет хорошая соли. И рыба будет не пересоленая и не недосоленая. И перчик.
так. Перец по вкусу, кто как любит. Все, пойдемте жарить. Чтобы пожарить рыбку, так, чтобы она не развалилась, небольшой секретик. Берем пергаментную бумагу и будем жарить на ней. Ложить на сковородку, а жарить на пергаментной бумаге. Разогреваем сковородку. Немножечко на пергамент нальем маслица. Филе кладем вот этой вот стороной, первой, вот этой стороной жарим вниз. Вот так. Так как мы будем жарить на пергаментной бумаге, то уйдет немножко побольше времени. То есть мы будем жарить по одной филешечке. Вот у меня бумага такая хорошая. На ней можно будет не одну рыбочку пожарить. А у вас, если бумажка будет похуже или порвется, то лучше ее поменяйте. Вот, жарим сейчас с одной стороны до готовности, потом переворачиваем на вторую. С одной стороны у нас зажарилось. И сейчас мы очень аккуратненько, опа, переворачиваем. Смотрите, я даже покажу вам. Посмотрите, ничего не прилипло, все отлично, все превосходно. Жарим со второй стороны. Рыбка у нас готова и со второй стороны. Сейчас мы аккуратненько ее. Опа. Вот так вот переложим. Тут у нас есть масло. У меня все прекрасно сохранилось. Вся бумажка. Поэтому мы вот сейчас вот опять раз. И следующую порцию опять обжариваем. Поверьте, это займет немножко дольше времени, но это того стоит. То есть филе без шкурки и вот в таком виде пожаренное, это просто супер. Пережариваем так всю рыбу. А пока наша рыбка жарится, мы с вами приготовим очень вкусный соус, который подойдет и для морепродуктов, и для рыбы. В общем, давайте я вам покажу, как я его готовлю. Это очень-очень вкусно. Значит, мы берем домашний майонез. Вот он, видите, у меня свой майонез. Ссылочка будет вверху над видео. Я беру сюда и 2 столовые ложки этого майонеза. Значит, и показываю вам, что вот у меня огурчики вот в таком виде находятся. Это у меня огурцы соленые. Каждый огурчик завернут в лист хрена. Поэтому я вам вот так вот и показала. Вот разворачиваю вам и показываю. Огурцы упругие, хрустящие, очень-очень вкусные. Вот нам понадобится, ну вот один огурчик. Может быть 2, посмотрим. Они небольшие. По вкусу попробуем. 1/4 лимона. 2 чайные ложки соевого соуса. Здесь у меня есть специи. Чайная ложка сахара, чайная ложка чеснока сушеного и чайная ложка приправы для рыбы. И укроп. Наша задача сейчас потереть огурец на крупной терке. И сейчас сюда же на терочке делаем лимон. Шкурку нам не надо, нам надо... Сама мякоть лимона истирается, где будут попадаться косточки, их убираем. Сейчас мы это все, что мы натерли, мы перекладываем к майонезу. Сюда же перекладываем зелень. Высыпаем специи, соевый соус. И все перемешиваем. Перекладываем его в соусник. Вот так вот. Выкладываем томатики. И сюда кладем нашу рыбку. Все поливаем соусом. И украсим еще лимончиком.
вот такая рыбка на ужин с очень вкусным соусом, филе, без кожи, но так зажарено. Вы можете подать такую рыбку на любой не только ужин, но и праздничный стол. Приятного аппетита! Рыбка получается нежная и очень вкусная. Такой соус подойдет к любым морепродуктам, к любой рыбе. Он такой немножко кисловатый и освежающий. Поэтому, когда я ее жарила, я не стала не добавлять сюда никакие специи, кроме соли и перца, чтобы вы могли попробовать такое восхитительное блюдо. Если вам понравился рецепт, то ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе последних событий. А я вам, как всегда, желаю всего самого хорошего и доброго. С вами была Татьяна. Пока-пока!